Здравствуйте, меня зовут Раскельда Алтана, я из города Алматы, Казахстан. В аэропорту встретили представителей университета, было все хорошо, они держали табличку с названием нашего университета, мы подошли, они всех нас посадили в автобус, и мы приехали в университет, то есть в наш кампус. Кампус очень большой. В территории кампуса есть несколько стадионов, есть несколько столовых, очень большая общежитие и библиотека. Также все наши учебные корпуса расположены очень рядом с друг другом. То есть мне нравится моя комната. Меня поселили с моей подругой, с которой мы приехали из Казахстана вместе. У нас комнаты очень большие, светлые. На территории кампуса также есть несколько супермаркетов, магазинов, где можно купить все необходимое. В принципе, можно не выходить за корпусом, потому что все, что нужно, есть под рукой для студентов. Разница чувствуется очень сильно. Во-первых, здесь очень чисто, нет никаких стереотипов, что здесь типа грязно, такого нет. Здесь очень все чисто, здесь сортируют мусор, очень много великов. И они, кстати, недорогие, можно взять на месяц всего лишь за 12 юаней и кататься весь месяц бесплатно. Уже здесь очень безопасно, можно в 12 часов выйти на улицу, пойти в магазин и вернуться без опасности со своими деньгами и кошельком. Если даже у тебя упадет что-то на улице, можно на следующий день пойти это забрать, никто брать это не будет. Даже если ты забудешь, ты можешь подойти к любому человеку, они тебе помогут найти дорогу. А у меня был выбор поехать в Чехию, в Малайзию, или в Россию, или в Китай. Я выбрала Китай, потому что Малайзия была страной, которая очень небезопасная. В Чехии мне нужно было учить чехский язык, но так как большинство чехов говорят на английском, этот язык мне не очень нужен в будущем. Китай, здесь очень развитая экономика, юани добавили в резервную валюту мировую. Это очень развивающая страна, дает много перспектив в будущем. Также в Казахстане есть много китайских компаний, где можно устроиться на хорошую работу, на хорошую должность. Здесь главное учиться, если есть желание, можно добиться всего. Поэтому главное не бояться, больше уверенности в себе. И вперед! Все зависит от нас самих.